Получила подарок от любимого мужа на Новый год. Сейчас я вам покажу. Вот такой подарочек. Вот. Показать вам, что это? Ну ладно, покажу. Это вот такие духи. Мы сегодня замучили всех продавцов, которые там были. И я себе надушила две руки разными. Сначала он мне не очень понравился. Вот. И мы уже потом походили, понюхали еще штук 30. У меня уже в носу все смешалось. Сейчас, кстати, почему-то кофе они перестали давать нюхать. Говорят, что это уже отошло в прошлое. Уже мы не даем, потому что от кофе типа еще больше сбиваются какие-то вкусовые твои нюхательные рецепторы. Я, наверное, тут сейчас слишком громко хрущу этим пакетом, да? Ну как же мне открыть? Вот, все. Ой, так хотела я духи какие-нибудь вкусные, классные. Я с Канады привезла одни, но они уже что-то такие, наверное, уже просроченные даже. Уже так нехорошо. У меня были этот... Дживеншип тоже, кстати, были. Да, только другие. Вот, слушайте. Оказывается, мне нравятся в основном Дживенши. Вот такие вот. Я не очень, я не бьюти-блогер, я не разбираюсь в этом всем. Но вот сейчас я вам прочитаю. Ланж Нойер называется. Вот. Теперь, кстати, мне дали вот такую скидку на 300 рублей. Если кому-то надо, могу подарить. Пишите, передам, если кто в Краснодаре. Потому что до 31 января я больше ничего там покупать не собираюсь. На 1500 надо купить, чтобы тебе дали 300 рублей скидку. Чего, дорогой? Ой, пузико принес, покажи скорее. Че ты унес пузико обратно? Потом вот такой мне подарил любимый муж тональный крем, чтобы я была еще пуще, краше прежнего. Вот. Это у нас что за фирма? Smashbox. Сейчас я сделаю как настоящий бьюти-блогер. Подождите секундочку. Вот такая косметика. Вот такая. Вот так вот они руку ставят. Это чтобы фокусировать. О, господи, да как же взять-то тебя? Вот сразу видно, что я не бьюти-блогер. Ну давай, фокусируйся. Вот. Ладно, ну вы поняли. Потом, вот, все это я сейчас поставлю. Мою красоту, мой подарок. Потом, еще мне подарили какие-то кремики. Это просто как в нагрузку. Ну, конечно, только денег потратить, чушь не подарить-то. И подводку для глаз. Тоже Дживенши, ну конечно. Ха-ха. Хо-хо.
Видно, да? Вам видно? Вам видно? Нифига вам не видно. Вот. Еще и колечко перевернулось. Кстати, колечко с бриллиантами, между прочим. Это мне Славик подарил. Ну вот, у меня сегодня блог получается про подарки Славика. Ну давай, фокусируйся. Вот. Короче, колечко мне подарил Славик на 30 лет. Бриллиантовое. Уж не знаю, сколько стоило. Ну ладно, сейчас не об этом. Вот такой вот карандаш. Давай теперь обратно фокусируйся. Что за телефон, который не фокусируется на меня, когда надо? Туда фокусируется, обратно нет. Кстати, Славик мне сегодня хотел... Говорит, все, пошли подарок тебе покупать. Уже 2 года не покупали подарок. Он мне всегда на Новый год покупает телефон. У меня, в принципе, сейчас очень хороший телефон. Я вот сейчас, кстати, на него снимаю. У меня Samsung 8 Note. И он мне говорит, все, идем тебе новый покупать. Вот он любит подарки мне очень хорошие делать. Видите, какой у меня муж хороший. Подарки мне любит хорошие делать. Особенно телефоны хорошие. Я говорю, не, мне телефон этот очень нравится сейчас, пока мне не надо покупать. Давай в следующем году. Я говорю, он у меня даже еще не треснутый, не лобнутый. Зачем мне покупать новый телефон? Мне только он 2 года этот телефон существует. Я его только узнала. Я себе скачала кучу там нужных мне приложений. Кучу эпов там всяких, которые я наконец-то, ну... Не сейчас, только давно уже, но я в нем разобралась. А новый телефон, это значит, надо снова в нем разбираться, что там к чему. Вот, смотрите, какая подводка. Где там моя рука? Иди сюда. О! Все, красавишно, красненький. Такой вот. Так, еще раз делаю, как бьюти-блогер. Короче, телефон фокусируется только при нажатии на экран. Я не знаю, может быть, мне что-то с этим сделать. Вот видите, опять сейчас не фокусируется. Вот сейчас нажму на экран. Вот, теперь сфокусировался. Если кто-то знает, как мне это все сделать, чтобы он сам меня переводил в фокус, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, оказывается, что-то я еще не знаю в своем телефоне. Мне еще надо доразбираться. За 2 года я это так и не поняла. Вот, какие духи. По душу сейчас первый раз. Давай, брызгай. О. Я сильно не люблю, чтобы пахло, поэтому один раз брызгаю. Ну и все. Так что я осталась уже с подарком. Я уже хэппи. Вся прям такая счастливая-счастливая. Ему говорю, ну давай, что тебе-то подарить? Он говорит, а мне ничего не надо, у меня все есть. Я говорю, ну что, ну я так все равно не могу. Давай, все, давай что-нибудь тебе подарим. Давай компьютерное кресло тебе подарим, потому что у нас нет, мы кухонное подставили. Все просто на кухонном кресле он сидит, на стуле, вернее, на кухонном. Я говорю, давай тебе кресло подарим. Он говорит, нет, не надо мне все, вот да, мне это кресло, стул нормально. Ну, короче, я, наверное, пойду. Подсматривает, стоит. Потому что он мне так и не скажет, что ему подарить. А еще купили подарки родителям. Моей маме и Славикиным родителям. А, кстати, Славикиным родителям могу сразу показать сейчас, что мы придумали. Думали, ничего мы не смогли сильно придумать. Ну, у них, если кто-то видел их кухню, у них такая очень старенькая. Все, они шикономят уже, там, по 70 лет уже, даже больше, наверное. Уже ничего себе, естественно, не покупают. Одежду им уже не надо. И с одеждой я не угадаю ее размер, там какой у нее XL или XXL, я не знаю. Поэтому решили на кухню обновить, потому что у них такие уже старые вилки всякие-то подраные, всякие-то гнутые. Ну, короче, что рассказывать. Вот, в общем, насобираем им какой-то такой подарок. Вот. Красивые новые ложечки, вилочки. Еще кружки хотели купить, но у них кружек, там 500 миллионов этих кружек. Вот чайные тоже, по 2 штучки всего купили.
Потом ходили, думаю, что еще. Ну вот полотенце еще купили. Вот такое для рук. Такое полотенце. И вот такое большое банное. Вот, не знаю, может быть, еще потом что-то добавим. Вкусняшка какую-нибудь, может быть, положим туда. Но еще я думала поварюшки такое что-то купить. Но потом вспоминала. Они же у него еще такие фельдеперсовые. Особенно мама. Они же просто так не будут. Выбирала ложки. А такие самые простые выбрала, потому что там какие-то еще с ручкой, с какой-то такой был, как керамическая. Слава говорит, может, такое? Я говорю, знаешь что? Твоя мама скажет, а мне неудобно с такой ручкой держать. Мне вот неудобно. Вот она вот такая вся. Ну, она как бы это все, может быть, со смехом делает, но с другой стороны, им не угодишь. Это деменковый. Им не угодишь. Поэтому купили самые простые ложки-вилки, самые вот серенькие, чтобы не марки были, вот полотенчики вот с такими вот серебряными горошками. Вот. Ну, что еще старикам надо? Еще хотим устроить сюрприз. Не знаю, получится у меня это или нет. Хотим свозить, сегодня придумали со Славиком, хотим свозить их в парк Галицкого, потому что они там ни разу не были и, скорее всего, уже никогда не попадут туда. Но как это устроить? Это целая проблема. Потому что у матери на позвоночнике была операция, у нее там грыжа, какие-то там ей 6 болтов вкрутили. Короче, она как Плющенко теперь ходит. Ну, правда, то, что кататься, конечно, не умеет на коньках, но, в принципе, как Плющенко уже. Вот. А у отца сейчас вот с коленями там операция будет. Вот-вот, он тоже еле ходит. Короче, они у нас такие, еле-еле ходящие, только по квартире. И, естественно, по парку, там, километраж этого парка, там только от парковки надо сколько идти, минут, наверное, 30. Они 5 минут пройдут, и все, они дальше не смогут. Поэтому я не знаю, как это устроить. Есть предложение взять где-то два инвалидных кресла и показать им новогодний парк Галицкого. И у меня есть одна идея, где мне взять инвалидные кресла. Если вы смотрели видео про то, как мы с подружкой помогаем одной женщине, которая инвалид, у нее перелом позвоночника был, она упала с 4-го этажа. И у нее, она вот сейчас переезжала, мы ей там кровать обустраивали, палеты ей привозили, подставляли, квартиру ей нашли. Ну, в общем, как бы мы ей немножко помогли. И теперь я вот, не знаю, чувствует она немножко, как бы, что она отдачу какую-то нам может подарить или не чувствует, я не знаю, но я, по крайней мере, у нее спрошу, если она может занять на один день 2 инвалидных кресла, потому что у нее 4 инвалидных кресла. Она одно себе вот новое купила совершенно недавно, такое электрическое, она уже не крутит руками. А раньше она крутила. Вот мы когда ее встречали 2 месяца назад, она еще крутила руками эти колеса. Ну и, в общем, если она даст... Хотя я один раз у нее уже спрашивала, она что-то как-то не очень хорошо к этому отнеслась, как-то там начала немного отмалчиваться, чего-то там юлить. Ну, не знаю, спрошу еще раз. Может быть, маникюр ей сделать, чтобы она дала нам кресло на один день. В общем, хотим вот так еще. Не знаю, получится или нет. Если получится, обязательно сниму это видео, как мы повезли родителей в парк, устроить им новогодний вечер такой. Вот, ну и вот такой подарок. А моей маме тоже кое-что купили, но я вам это не покажу, не расскажу, потому что, мама, привет, ты смотришь мои видео. Я надеюсь, свёкры не посмотрят это видео. Они вообще не смотрят, ну мало ли теперь. Мама, привет, но я тебе не покажу то, что мы тебе подарили сегодня. Всем пока.